13 июня Дакота вышла из отеля в Нью-Йорке. На ней был черный брючный костюм Патоу, который был украшен золотыми пуговицами на пиджаке. Брюки у костюма были широкие, Дакота выбрала туфли с ремешками. Ее шикарные волосы были распущены, а на ушах висели коричневато-оранжевые серьги. Глаза скрывали солнцезащитные очки. Звезда направлялась на интервью. Позже, в этот же день, Дакота снова выходила из отеля. На ней было надето белое платье-пиджак от Арея из коллекции 2022 года. Пиджак был своеобразным вырезом. Сзади на спине у Дакоты был вырез с декором из кристаллов. Серьги-кольца от Анна Кхоури. Туфли были на высоком каблуке с прозрачным ремешком на щиколотках. Передние кончики носков туфель были украшены блестящим рисунком. В этом образе Дакота присутствовала на премьере «В ритме ча-ча» на фестивале Tribeca 2022 в Нью-Йорке.
спасибо за просмотр!